경우에는 되고. Полчаса занимали все устроить. И здесь розетка. Мы будем положить для еды мелки. Вот это шкаф один. Здесь будет игрушки положить. Раз, два, три, четыре. И краски тоже все органические, натуральные. И что мне нравится, без запаха. Обычно, когда новые мебель, то сильно пахнет от краски и так далее. Но это самый безопасный уровень в мире, поэтому мы заказали для мельки. Да. Но говорят, что где-то полчаса надо ждать, потом вытирать влажной салфеткой и сухой салфеткой. Да. Много дел сегодня. А теперь надо очистить водой, потом детской салфеткой, которая для игрушки. Специальная влажная салфетка для детских вещей, товары, которые даже можно во рту положить. Поэтому купила самый народный и самый безопасный. Это от Green Finger. Кому нужно, то можно посмотреть название. Будем стирать детский платок. Это специальная нитка без ни флуоресцент, ни, ой, очень сложно назвать. Это отличается от взрослой нитки. Вот здесь будем положить детский платок и будем стирать. Это игрушки тоже положили в этой нитке, чтобы хорошо постирать. Так, платок будем отдельно стирать. Где все платок? Говоря, детский платок самый сложно стирать, поэтому буду сейчас начать. И самый популярный детский платок — это Bamboo Bebe, самый дорогой, но как только вы трогаете, невозможно другой покупать. Это из бамбука, но когда я трогала, очень отличается от других материалов, поэтому тоже купила. Здесь тоже есть Bamboo Bebe, это детский пампер. Говорят, три раза надо чистить, потому что от платока самый большой пыл. Я очень хорошо очистила внутри стиральной машины, что надо стирать. Так. Самая популярная стиральная жидкость в Корее. Столько хватает и положим сюда. Так, закрываем. Мне корейские маме сказали, что после стирки детские платок или детские одежды пыл больше получается. Ну, посмотрим. О, боже. Я стирала все детские платок. Да. Два раза очистила и вот так разделялась. Еще в Корее продается такая штука, когда сохраняют детские одежды и просто один штук положим. Такую штуку. Так, тогда очень долго и свеже можно сохранить. Вот корейские мамы так делают. Поэтому я тоже это поставила. Корейские мамы такие. Это пакет тоже для детской одежды. Я специально купила. И положила. Так, теперь будем открыть подарки, которые Мельки подарили. Вот это подписчица и партнер Дана подарила. Это мой брат из Японии подарил. Это моя лучшая подружка подарила. Здесь написано Мельки.
это положим сюда. Это буду складывать. 하나 다 풀어야 돼. 풀어서 다 열고서 여기다 넣어야 돼. 너 요 피자 안 먹을 거지? 이것도 다 뗐지 이거? 아니 안 뗐어. 이건 뗐지? 아, 뭔 뗐어? 뭐야? 너무 크지 않아? 너무 큰데? 똑딱인가 걔는? 내가 평생 입어온 옷보다 얘가 가진 옷이 더 많은 것 같아. это что нужно? Памперы и платок, салфетки. Детские одежды. Так, стирала. И одевать. Дорогие, у меня недавно был грипп, я заболела гриппом, поэтому только сегодня лучше стало, и сегодня могу говорить. Кстати, у Мирки есть тети из Москвы. Карина, Марина и Саша, они отправили для Мирки из Москвы подарок. Поэтому очень-очень это приятно и хочу кривать. Такая милая игрушка. Как раз мне очень интересно было, что в России и в СНГ странах пользуются. Я знаю улицу Рубинштейна, это в Петербурге. Это, наверное, очень близкие мои подружки знают, что я обожаю маленький принц. Петербург, как я скучаю. Блокнот. Это для меня сакская соль. Карандаш. На этой картинке Кёнга и Юн. Это необычная картина, а крик можно посадить в землю. Просто они такие у меня сладкие. С Новым годом, я их люблю. Будем делать поставку для пампера. Оказывается, это кровать. Здесь можно просто... О, 이렇게 열 수도 있는 거네? 훔쳐. 됐다. 귀여워. 오딱! 쪼끔쪼 이렇게 좀 되겠다. 택배로 будем делать поставку для пампера. 얼굴이 여기 아니 머리를 기저귀가 이러면서도 봐야 돼? 이렇게 갈아주면서?